6 июля возобновляются международные грузовые перевозки между Благовещенском и Хэйхэ. Перевозить товары, оборудование, промышленные стройматериалы стало возможным благодаря снижению уровня воды в пограничной реке Амур. Напомним, что международные грузовые перевозки по Амуру были временно приостановлены с 21 июня. Паводковая ситуация в Приамурье стабилизируется. За минувшие сутки от воды освободились более 30 домов и свыше сотни приусадебных участков. Подтопленными остаются 87 жилых зданий и 477 приусадебных участков. Частично размыты 9 участков, 1 мост. Без автомобильного сообщения остаются 3 населенных пункта. Продолжают работу 5 пунктов временного размещения, где находится 95 человек, в том числе 42 ребенка. 30 амурчан в этом году лишились охотничьих билетов. Как сообщает Амурское охотуправление, чаще всего нарушения связаны с несоблюдением сроков отстрела водоплавающих птиц, а также копытных. Решение о лишении права охоты принимает суд. После этого аннулируется охотничий билет, а следом и разрешение на оружие. Чаще всего срок составляет от года до полутора лет. В 2020 году таким образом наказали 54 амурчанина. Пить воду из родников Приамурья нельзя. Об этом сообщают специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Представители ведомства взяли пробы из 15 популярных среди амурчан источников. Установлено, что в период паводка качество воды во всех исследованных ключах не соответствует норме по микробиологическим показателям. Крайне негативное влияние на все без исключения источники водоснабжения оказывают паводки. К 1 сентября в Райчихинске после капитального ремонта откроют спортивный стадион «Горнячок». Там обновляют сектор для легкой атлетики, оборудуют современные дорожки, прыжковую яму и поле для толкания ядра. Сейчас рабочие полностью демонтировали асфальтобетонное покрытие и готовят основания под будущие дорожки. В скором времени они приступят к самому главному – укладке прорезиненного покрытия. Капитальный ремонт стадиона реализуется при поддержке «Газпрома». Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18:00.